Приветствуем вас на канале «Москвичи без границ». Ну что, мы сегодня прям пируем. Сегодня у нас будет морская еда. Находимся мы по-прежнему на Кате. Вот, в кафешке Grand Night Plaza, вот, которая находится на Пхукете. Сегодня изобилие у нас морских продуктов. Это моллюски, гребешки какие-то. Вот такие мы первый раз будем кушать. Рыба в кисло-сладком соусе, морской окунь, салат из папайи. И сейчас еще Алине принесут картошку фри с наггетсами. Ну и, конечно же, выпьем немного сегодня, потому что у нас сегодня последний вечер на Пхукете. Вот. Ну, не будем говорить. Мы не будем говорить последний, мы сюда обязательно еще вернемся. Еще много материала, который мы не засняли. Вот, но дела тоже делать надо. Вот, как все сделаем. Обязательно еще посетим, конечно, Пхукет. Нам здесь понравилось. Очень здорово. Особенно Ката Корон. Прям, ну, вообще восторг. Ну, и других мест тоже здесь очень много, где мы еще даже и не были, на самом деле. И хочется побывать. Вот как раз Алине несут уже картошку фри с наггетсами. И нам как раз по картошечке фри. Вот. Счет, я не знаю, в конце вам, наверное, да, покажу, в конце ролика, так что не переключайтесь, оставайтесь, смотрите, прогуляемся. Я просто не знаю, что себе купить из сувениров, с Пхукета именно. Вот, решил то, что куплю себе рубашку, так что дальше потом после еды пройдемся, посмотрю себе рубашечку какую-нибудь из Таиланда. Ну, а этот бокал я поднимаю за вас, друзья, за наших зрителей, за каждого в единичном, во множественном экземпляре. Вот, было очень здорово с вами провести время. Я надеюсь, вы дальше останетесь все равно на нашем канале, потому что путешествие наше не закончится, а будет продолжаться. В разные части мира мы будем ездить, может и по России, может и куда-то дальше, как будет нам позволять средства и все остальное. Но вам огромное спасибо, очень было классно с вами общаться на стриме. Стримы будут все равно каждую неделю, по воскресеньям вечером, либо в субботу вечером, это мы еще определимся. Так что бокал за вас. Вот я вам никак не мог заснять, когда здесь живая музыка, и вот, пожалуйста, сегодня этот день состоялся. Мы сидим здесь, ужинаем, и пришел мужчина, играет на гитаре и песенки. Очень здорово. И он будет здесь часов до 10, до 10:30 петь. Ну что, поели мы на 940 бат, вот, и коктейли у нас вышли на 390 бат. Мы сейчас уже идем домой. Рубашку я все-таки купил, вот, но я не скажу какую, не покажу. Все это будет на стриме, который будет в Москве. Уже я ее одену прямо на стрим. Вот, так что подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх и до новых встреч. Пока. Пока. Пока.